Всем привет, мы продолжаем играть в TLD. Сейчас я еду в Пинатгелин. Там мне потребуется убить врага, который... О, мятежные корсары. Нужно догнать и убить к чертовой бабушке. 12 мятежных корсаров, это фигня. Осилим. Плюс я сейчас немножко увеличу ловкость, потому что, ну, мне не нравится, как я... Воюю слишком... Зоркость давайте увеличим. На 2. Хорошо. Потому что, ну, мне не нравится... Что такое? Почему ты стал? Езжай. Да ну, это мои мятежные корсары, не трогай. Я же сказал, мои. Лошадники. Да, лошадки у нас есть. Ну вот, все. Я, в принципе, даже доехать особо не успею. Да, слишком большое количество у меня воинов уже на лошадях. Плюс тут присоединились к нам ребята. Ну это да, тут даже не о чем говорить, просто присоединились ребятки, всадники тоже, растоптали к чертовой бабушке. Ни у них потерь нет, ни у нас, но можем взять пленных. Пленные это хорошо, мы их продадим к чертовой бабушке. Мы можем взять одного Гондорса, я возьму его, просто потому что у нас есть место. В любом случае, кого-то взять нужно. Сейчас по возможности возьмем его. Так, давайте сохранимся. Потому что что-то у меня в последнее время какие-то технические постоянно неполадки. Вылетает игра. Часто, достаточно часто, кстати. Тихо. Я тут видел кого-то. Где? Похоже, убежал. Да, убежал. Ну, хорошо. Хорошо. Ладно, это не столь важно. Печально, но не критично, скажем так. Так. Вот и нужное нам место. Казармы, давайте сдадим пленных сразу. Они нам не нужны. Таскать с собой мы их тоже не будем. В конюшнях мы возьмем, сдадим кое-что. Ну как кое-что, скорее всего. Нет, это уже лишнее. Вот это мы возьмем. Это. И в кузнице мы сдадим остатки этого добра, которое нам особо это не нужно. Сопротивление 16. Ничего себе, у меня тут 4 стоит. А давайте-ка мы его возьмем нашему другу, который бегает с нами. Плюс 40, 20. Хорошо, конечно, но это не то. Я не знаю, можно с ним использовать что-то или нет, но давайте посмотрим. И ту-ту-ту, поселение, посмотрим сейчас нужную нам информацию. Точнее, не информацию, а подозрительную личность. Житель равнин. Мне очень не нравится тут искать подозрительных, потому что обычно они в какой-то не очень удобной местности стоят. Так. Тут тоже пусто. Тут нет. Может, где-то тут. Я, кажется, знаю, где он. Ты у нас кто?
житель равнин. Печаль, печаль. Печаль, беда. Горожанин. А это кто? Тоже горожанин какой-то. Нет, это городская женщина. Это разные слои общества. Прямо существенно разные. А ты кто? Потерявшийся просто. Ищешь свой жизненный путь? Хочешь, помогу найти? Давай. Не, не хочет. Так. При всем желании. Где же может быть эта личность? Ту-ту-тум. Ту-ту-тум. Может... Нет, это не он. Он должен отличаться внешне от них. Причем очень серьезно так отличаться, но я его почему-то не вижу. Да-да-да, лошадка, я в курсе. Может, это он? Нет, это старейшина. Это житель равнин. Давайте-ка посмотрим. Может, я перепутал город. Будет обидно, конечно, но... Найдите и убейте преступника. Просто... По слухам, Пинат Гелин, да. А, тьфу ты. Я дурак. Я его выполнил, мне его сдать надо, а я ищу опять. Ай, боже, боже. Мне немного стыдно. Ну ладно, мне серьезно так стыдно, потому что я по второму кругу поехал выполнять одно и то же задание, потому что не посмотрел, выполнил его или нет. Ну, сам виноват, как говорится. О, гоблины. Давайте попробуем их догнать в атаку. Не то чтобы тут особо надо было двигаться, я даже не буду сходить, в принципе, с линии. Бежать никуда не буду, буду просто сидеть и ждать. Потому что, правильно, они с 8 гоблинами справятся самостоятельно, мне особо и нечего там делать. Ну, судя по радостным крикам, они уже справились. Горные гоблины. Это горные гоблины, поэтому... Плохо, что мы большинство отряда, вот самый большой, мы разбили очень далеко от города, он не засчитался нам. Как, точнее, в репутацию не пошел. Так бы у нас репутация с Гондором подскочила немного. Или пошел, и я не заметил. Вот не помню. Вроде нет. Так. Ну, что тут скажешь? Нам нужен новый противник. Плюс нам нужно сдать задание наше. Да что это такое? Я ж нажал, чтобы ты в него въехал и победил. Ты издеваешься, что ли? Ну ладно. Вот-вот-вот-вот-вот. Прекрасно. Ну, я просто не вижу смысла тут особо этим заниматься. Мы, конечно, потеряли стрелка. Но мы его не потеряли, точнее, он ранен. Нет, не ранен, странно. Или это союзный стрелок был? Ну, неважно. Сейчас с вами отправимся обратно в Рохан. Нам требуется сдать задание. Я не понял насчет этого, но ладно. Кто у нас тут? Капитан, опытный, черный. Слишком, слишком, ребята, слишком. Харадский
Новобранец, питомец, ну, стрелок Гондора. И хочется, и колется, как обычно. Так, давайте мы сохранимся. И я сейчас повышу. У нас будет отборный всадник Рохана. И поговорю с тобой. Что ты мне скажешь по поводу своего... Давай 5, 16. Давай попробуй с ним побегать. Честно, я не знаю, получится у тебя или нет. И еще мне хочется очень напасть на них, но я знаю просто, что я не выдержу с ними бой. Это не орки и не гоблины, которые толпой бегают просто и все. Это люди, и они весьма неплохие воины. Едем к Теодону. Может, успеем. Не факт, конечно, но будем надеяться. Так, а кому нам Гримбольд? Нужно будет его найти. Нужно будет найти его и попытаться все-таки убить. Ой-ой-ой, тут все очень плохо. Пу-пу-пу, все очень прям плохо. Прям кошмарно. Потому что противники лезут со всех дыр. Перед Минас Тирит там просто бегает куча. Куча этих противников. Я не знаю, смогу ли я сейчас победить, но будем надеяться. А, я Улфаса вижу. Разбираю его теперь по щиту, который у него есть. Но у них в основном это лучники и... В основном лучники неплохие. Вон, в лошадку мою попали. И немножко ее покорежило. Да почему вы вечно убегаете в какую-то сторону непонятную? Один есть. Осталось еще фиг знает сколько. Два есть. Три есть. Четыре есть. Давайте, 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 ребята. Да убейте ж вы его. Да твою мать, вы издеваетесь. Ненавижу вас, козлы. Сдам вас, курятники, охранять. К чертовой бабушке идиотов. Ну, хоть потерь с моей стороны нет, и то хорошо. Пум-пум-пум. 76 против 5. Что это за сборище такое? Так, прекрати это делать, ты меня бесишь. Ненавижу, когда так делается. Атаковать врага. Под стенами Минас Тирита, блин. И никто даже не дергается. Минас Тирит, что с тобой не так? Дурацкое это здание. Дурацкий город, точнее. Давайте подождем, пока они немножко подойдут. Тогда просто разброс наших войск меньше. У нас все-таки есть маленькое, но достаточно сильное количество ребят, которые медленно бегают. Наша пехота. И пока подъезжает конница, пехота еще только-только начинает идти. Получается не очень хорошо. Так, я понял, они не собираются двигаться к нам. Опять же, дурацкая привычка. Надо как-то от нее пытаться избавиться, потому что, ну,
сами понимаете. Держать позиции, хлопцы. А, у нас лучник есть. Прекрасно. Стреляй. Или это их лучник был? Не, наш, наш. Вот он, есть один родненький. Давай. Я в тебя верю. Если ты кого-то убьешь, мы пойдем в атаку. И... Нет, не убил. Ну ладно. Так, лучников у них побольше будет. Ну, нам с вами в основном надо это лучника убить. Слишком далеко мы выперлись. Большая часть врагов убегает с поля боя. Прикольно. Так. А, этот мертвый. Этот глупый. Да что ж такое? Есть. Прибыли новые враги. Есть. Есть. Где новые враги? И куда они прибыли? А, вот они прибыли. Есть. 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 Победили. Это было, кстати, не так уж и легко на самом-то деле. Мы потеряли... А мы достаточно много ребят потеряли. Спасибо за помощь. Пожалуйста. 43, мы можем взять троих. Ну, давайте возьмем вот этих ребят. И опять же куски... добра, которые нам особо и девать-то некуда. Ну вот, все. Дальше просто некуда уже забирать их. Роханский стражник. Так, нам на самом деле это все хорошо, но нам нужно быстро идти вперед. Опытный всадник, опытный оруженосец, ветеран. Три отборных пехотинца. Отборные. Всадник. Все. И еще у меня такой вопрос. Нам нужно было выполнить задание на 7 опытных всадников Рохана. О. Гундабад. А вы что тут делаете, ребята? Вообще уже потерялись. Но мы не догоним их. Быстрые заразы. Так. Где там наш король Теоден? Альтбург. Ну, есть все шансы успеть до Альтбурга. Будем надеяться, что мы успеем. Если успеем, будет хорошо. Так. И, честно, мне за светлую нравится больше играть. Но при этом... Вот со светлой стороны не то что тяжелее. Сами воины при этом сильнее, но их намного меньше. То есть бегает просто толпами Изенгард. И они толпами бегают, и они заваливают тебя телами. Ты не успеваешь ничего сделать. Ай, ладно. Черт с тобой, мне надо Вальдбург, потому что там король. Сами понимаете, мне надо лучше выполнить задание, успеть, чем... В отряде кто-то готов к повышению. Стрелок из долины. Мне стрелки сейчас больше нужны, чем...
Воины. Воина у меня достаточно. Вот стрелков, по стрелкам у меня очень сильно проседает. И тут никого нет. Давайте пленных им сдам. Мне они не нужны особо. Кузница. Давайте кое-что сдадим. Так, 1000. А, у них уже нету. Давайте один заберем. Что он может? 30, 12. У нас 26, 9. Неплохо, конечно, хотелось бы взять, но нет. Давайте мы с вами съездим. Нам нужен Теоден. Теоден, Теоден. Тут тоже никого. Быстрее, 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 быстрее. Улфас, ты задолбал. Почему ты вечно раненый? Всадник. Застрельщики. Ай, ладно. Хорнбург, что ли? Где этот царек бегает? Царь-батюшка. Бабу. Отборный всадник Рохана. Опытный пехотинец. Я что-то не понимаю. О, Гримбольд. Темнолесье. Боже, он в темнолесье. Ладно, неважно. Как они умудряются вот это вот получать по голове, блин. Тяжело. Да что такое? А, чертоги владыки, я в крепость нажал. Гринот, вот тебе. Наконец-то. Эомер, что ты мне скажешь? Очень хорошо. Есть одно неотложное дело. Мой гонец должен доставить сведения, уехать в Эделон. Где Эделонд? Ладно, Эделонд так Эделонд. Попробуем с троллями этими всем остальным. Так, кстати, он забрал у меня по заданию ребят, мне нужно новых взять. Потому что он забрал лучших, так сказать. Давайте двух оруженосцев хоть возьмем. Молодых воинов опять брать не хочется. Давайте двух оруженосцев. Я же сказал двух оруженосцев. Что с тобой не так, зараза? Ладно. 900, 700. И в кузницу давайте зайдем, посмотрим, что есть. 40-41, но это двуручная. А вот одноручная 31-21, у меня 37-26. У меня получше будет, поэтому пока не будем брать. Лук. Вот то, что я хотел. Но точность 99. Я честно не знаю, как я буду сражаться луком. Да. Тяжело, тяжело решиться. У меня нет верховой стрельбы и у меня нет стрельбы. В принципе, я не качал лук. Хочется и колется, и на кой бог. Так, где этот придурок наш король? Непонятный. Он где-то бегает, а я должен его, блин, искать по всей карте. Он Вальдбург был написано, последний раз видели, но в Вальдбурге его нет.
в Истфольд съездить, что ли? Или в Восточный Эмнет? А, вот. Задание король Теоден провалено. Ну, как бы ожидаемо. Застрельщик забираем, копейщик забираем. И этих ребят тоже забираем всех. И это мы тоже все забираем. Все забираем. Хорошо. Так, что я могу вам сказать? Сейчас мы на этом уже заканчиваем. В следующей серии будем выполнять задания, которые взяли. Именно задание про орков. Огров, точнее, простите. И задание по доставке. Вот. Эделонд. Где это у нас? На месте... Это где-то... Эделонд. Вот Эделонд. Туда мы поедем. Сейчас спасибо вам всем за просмотры. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас всех видеть. Пишите, ставьте лайки. Пока.